Крепыш, скажи, ты сможешь выкопать корни дружка? Долг зовет, Крепыш, вперед! Привет, мошки! Следуйте за угощением! Зума, ты привел с собой целую тучу из мошек! Эй, Гончик, ты должен запустить букашечную приманку прямо дружку в рот! Вов, шаромет! Эти мошки такие приставучие, давай сделаем это быстрее. Ну, конечно, запускаем. Вов, запуск. О, я ловлю тебя, цыплята. О, мой отважный цыпленочек. Ну что, дружок, ты готов прокатиться? О, да! Молодец, Крепыш! Ну что же, ребята, пора отвезти дружка в новый дом на той стороне озера. Спасибо, что спасли меня и перевезли дружка туда, где он будет счастлив. Ой-ка! Давай прямо сюда, рыбопёс! Начинать бурить. Давай вон там. Молодец, Крепыш. Теперь Рокки. Сделай лунки большими, чтобы китенок мог в них вздохнуть. Пила! Ну, Эверест, а теперь твоим крюком вытащим кусок льда. Снег или лед? Не подведет. Ап, ап. Крюк. Это отличная работа, Эверест. Следующую лунку надо бурить здесь. Вот это да. Это маленький кит. Такой милый. Тебе, наверное, было там так одиноко, да? Холодно! Глупый китенок! На меня не попал. Наверное, он знает, что я не люблю купаться. Приятно познакомиться. Эй, приятель! Ну-ка, давай поздороваемся как надо. Ой! Да! Ура! Ура! Зума, Крепыш в воде. Надевай гидрокостюм и за дело. Ныряю с головой. Вперед, патруль! Скорая помощь, маршал! Крепышу понадобится теплое одеяло, когда Зума вытащит его из ледяной воды. Готов спешить на выручку! Хорошо поймал! Нужно действовать быстро, чтобы спасти всех. Крепыш, ты первый. Крепыш никогда не подведет. Вперед, патруль! Крепыш! Вперед, патруль!
всегда хотел домик на пляже. Оп! Согласен хоть на экскаватор на пляже. Ха, поток лавы уже совсем близко. Пора начинать. Крепыш, мы здесь. Райдер, я вроде нашел Франсуа или мартышку с французским акцентом. Гонщик, используй сеть, чтобы помочь Франсуа спуститься с дерева. Лав, гонщик к делу готов. Лав, лав. Гав, 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 лав, лав. Гав, гав. Гав, 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 патруль. Ух ты, круто! Становится жарко. Зря я не захватил зефир, чтобы поджарить тут. Вау, сеть! Теперь можно прыгать вниз, Франсуа. Ну, полетели. Стойте, хватит, это не смешно. Ладно, вообще-то смешно. Крепыш, траншея готова? Еще нет, я стараюсь как только могу, Райдер. О, Мэнди, а ты здесь откуда? Мэнди, вернись! Куда это она побежала? Уф, уф. Мы не оставим крепыша рыть в одиночестве, правильно ведь? О-хо-хо! Да! Дерзкий Дэнни, покоритель небес! Может быть и нет. Крепыш, попробуй поймать оторвавшийся парашют на доске. Долг зовет, крепыш, вперед! Рокки, ты сможешь привязать парашют обратно к мотоциклу? Даю зеленый свет! Держись крепче, Дэнни! Поверь, я стараюсь! Спасибо! Хватайся! Вот так! Порядок, Дэнни! Вы спасли мне жизнь! Такая работа! Ну-ка, держись крепче! Он сейчас выйдет! Все готовы? Я свернул паутину в клубки и готов защищаться! Ух ты! Это то, что нужно! Гонщик, помогай! Лав! Теннисная пушка! Оу! Водометы! Уф, уф! Супергеройская поза! Мы с моим другом-крепышом сложили стену на совесть! Король-паук, ты никогда не выйдешь! Кажется, он тебя не расслышал. Рокки и Крепыш, пусть паук отведает свое же липкое лекарство. Паутиный огонь! Аполло, за дело! Приятного отдыха! Не сдается.
Нужно что-то более липкое. Крепыш, я знаю, ты боишься пауков, а король-паук очень-очень большой. Но ты можешь подойти к нему, чтобы сдвинуть вон ту большую плиту. Подумаешь, паучок, в конце концов, я супер-крепыш. Не бойся, это всего лишь гигантский паук. Эй, я здесь, король-паук! Получается, крепыш. Ну-ка, догони, король-паук! Отлично, друзья, а теперь нам пора. Эти камни король-паук так быстро не отодвинет. Вы все молодцы, настоящие суперщенки. Спасибо, щенячий патруль, особенно тебе, крепыш. Ты смог преодолеть свой страх перед пауками, как настоящий супергерой. Спасибо. Если попал в беду, только свистни. Обещаю. Я нашла их, Райдер! Молодец, Скай! Друзья, поехали! Джейк, мы вас вытащим! Крепыш, ну-ка откати этот камень. Мой ковшик скучал по работе. Спасибо, нам было там тесновато. Ай-яй-яй. Похоже, это старик Трасти. Но с ним что-то не так, за мной. О нет, старик Трасти не может выпустить фонтан из-за этого обломка скалы. Вот откуда взялись фонтаны в городе. Старика Трасти завалило, вот вода и вырывается наружу в других местах. Крепыш и Эверест, сможете сдвинуть камень? Запросто. Нам не хватает сил. Да уж, камень прочно засел на месте. Эй, я знаю! Если навалиться все вместе, когда гейзер выпустит фонтан, у нас должно получиться. Отличная мысль, Райдер. О, попробуем. Ну-ка все вместе, друзья. Щеночки спасли старика Трасти. Спасибо вам, друзья. Пожалуйста. И запомни, если попал в беду, только свистни. Воды! Эй, перестань, маршал! Матео может подлететь к Рокки и изобразить его голос, чтобы достать отвертку. Точно! Сейчас! Матео, хочешь крекер? Крекер! Лови крекер, Рокки! Ну же, съезжай, ну! Андале, амиго! Рокки, нужно, чтобы Матео произнесла слово «отвертка». Матео, скажи «отвертка». Давай! Да, долг зовет, крепыш, вперед! Отвертка! Готово! Отвертка! Отвертка! Ты справишься, Рокки! Vamos, amigo! Скорей! Умница, Матео! Теперь скажи «молоток». Молоток. Молоток! Ура!
Карлос, если решишь что-нибудь построить, только свистни! И мы мигом его построим! Я слышу, как кто-то вылупляется! Крепыш, за мной! Я покажу тебе, где Кэти и Кали! Здорово! Маршал! Мне больно! Хороший способ спуститься вниз! Я знаю другой! Не пытайтесь повторить. Все в порядке, Маршал? Конечно, я пришел, чтобы помочь вам. Хорошо, а то мы уже дрожим от холода. Не волнуйтесь, мы спустим вас вниз, как только я выберусь из этого сугроба. Ты не ушибся? Нет, только вот хвост немножко замерз. Ну, Райдер, каков наш план? Раз мы остались без лестницы Маршала, придется строить ступеньки самим. А? Ступеньки? Нам необходимо построить лестницу из снега. Снежную лестницу? Вот так? Ву-ву! Ву-ву-ву! Отличная мысль! И все. Да, Райдер, Кали уже совсем замерзла. Я вам помогу. Спасибо, Райдер. Кали, стой! Что ты делаешь? Все в порядке, Маршал? Конечно. Хотя я и не снежный щенок. Это большой пузырь. Ребята! Ой, кажется, у меня неприятности. И будучи мэром бухты приключений... Привет, мэр Гудвей! О, подожди минутку, Крепыш. Я официально объявляю это днем летающих ванн! Что? Это сосны! О, нет! Я знаю про сосны только, что они... колючие! Ой! И все не так уж плохо, но вода в ванной остыла. Да, товарищ! Райдер, ответь, Райдер! Крепыш, ты в порядке? Ну, не совсем. Ай! Моя ванна улетела, а теперь я застрял на дереве, но ветки ломаются и, в общем, помогите! Мы сейчас будем! Зума, ты со спасательным кругом жди в воде, если ванна упадет. Скай, на своем вертолете ты доставишь меня к Крепышу, чтобы я вытащил его из ванной. Да, да. Ба-бах! Хотите, покажу старое ржавое ведро? Ну, да. Немножко ниже, Скай. Держись, Крепыш. Я стараюсь. Скай. Держу. Ой-ой-ой. Хорошо, что она пустая. Спасибо, Райдер. Летая в ванне, ты замерз. Теперь согрейся, милый пес. Спасибо, Джин Джереми.
коляске прокатился? Первый класс! Суперфургон! Спасибо, гонщик! На здоровье! Скай найдет безопасный спуск вниз. Используем трос и твой крюк. Если я застряну, вытянешь меня. Да! Ух ты! Это весело! Всегда мечтал прокатиться на доске. Если смогу спуститься вниз, помогу райдеру спасти Джейка. Давай, гонщик! Там внизу что-нибудь видно, Скай? Сейчас проверю. Райдер, можешь спускаться, Джек прямо под тобой. Понял тебя, спасибо. Конец связи, Райдер. Эй, Джейк, как самочувствие? Чудно, но холодновато. Не бойся, скоро согреешься. Эти глыбы слишком крепкие. Эй, гонщик, пара крепких лап была бы сейчас очень кстати. Уже иду, Райдер. Эй, Крепыш, Крепыш, куда он делся? Вот кто я думаю? Эй, Райдер, у тебя скоро будут гости! Райдер, сноуборд — это так круто! Тебе нужна пара крепких лап. Как насчет четырех? Ну, для того, чтобы вытащить Джейка, нужно расчистить снег. Дай мне секунду. Стой, Крепыш! Ты же можешь там застрять! Крепыш! Крепыш! Джейк! Скажи, ты не видел там маленького щеночка? Ты про этого суперкрутого снегокопа? Эй, хватит, хватит, хватит! Я тоже рад тебя видеть, а? Щекотно же! Он тебя вытащил! Молодец, Крепыш! Да, старик! Райдер, наконец, бедной Цыпалете должно быть страшно. Внутри шныряют всякие чудовища. Одно из них вцепилось мне в ногу. Фонарь! О, какой очаровательный малыш! Конечно, я знала. Значок за любовь к кроликам. Как там наша Цыпалета? Гонщик, посвети, чтобы Крепыш мог убрать камни. Да, Райдер. Готово! Спасибо! Не бойся, Цыпалета! Мы тебя вызвали! Цыпалета, ну как ты там, мой цыпленочек? Нам придется спустить кого-то на тросе. Я готова! Вов, лебедка! Цыпалета, я тебя вытащу. Иди-ка сюда. Или садись мне на голову. Мы все, поднимайте. Вас понял. Я и не думала, что будет так щекотно. Подстрахуешь, Рокки? Конечно. Почти достал. Держу. Да, Цыпалета жива и здорова. Ой, я надеюсь, здесь не водятся пауки, как на полу. Ой, я их боюсь. Все, гонщик, Крепыш внизу. О, здесь круто. Ай! Ты меня поймал, спасибо. Пожалуйста, Крепыш. Нам бы не помешал свет. Ого, вот это находка. Эй, Крепыш, взгляни-ка. Ух ты, пиратская шляпа. Ее носил настоящий пират. Ну-ка, примерь. Чтоб мне провалиться. Тут знакомый запах. Ага,
Это запах морской воды. Похоже, это путь на пляж. Но тут не выберешься. Завал. Крепыш, ты знаешь, что делать? Расступитесь, салаги. Ковшик. Это дело не быстрое. Осталось только сдвинуть большой камень. Слышу шум волн. Мы попросим Зуму посмотреть, что происходит снаружи. Зума, тебе нужно приехать на... Северный пляж. Уже здесь, Райдер. Я знал, что ты позвонишь. Отличное место, Райдер. Вы вылетите прямо на песок. Ну что ж, значит, на пляж. Раз, два, три. Спасибо, Крепыш. Не за что. Победа! Молодцы, щенки. Спасибо, Райдер. Благодарю за помощь. Не за что, мэр. Если случится беда, мы поможем всегда. Что ж, до свидания. Меня ждут сокровища. Но мы спасли его. Лучше давайте искать переправу. Не бойтесь, парни. Я знаю каньон как свои четыре лапы. Я и не знал, что здесь можно срезать. Что теперь, Райдер? Проверим карту. Остался этот большой крест. Мы должны быть у него примерно... сейчас. Вот он! Пещера должна быть где-то здесь. Вот же она! Молодцы, щенки! Уф, свет! Надеюсь, здесь нет мэра Хамтингера. Ну что, щенки, посмотрим, что здесь внутри. Просто мыши. Да, подумаешь. Вот еще крест. Крепыш, пора браться за дело. Сейчас. Я нашел что-то, Райдер. Круто. Стойте. Кажется, это еще не все. Что это, Крепыш? Клад дикого Уилбора! Эй, мы нашли его! И оставили без присмотра. Было ничего, стало мое! Теперь оно мое! Ага! Что? Кальсоны? Что это за клад такой? Ну, не знаю, мэр. Думаю, в старину в сильные морозы теплое белье было главным сокровищем. Мэр Гудвей может забрать себе этот клад. Мне он не нужен. Пусть сама носит эти панталоны. Пошли, посмотрим, что еще в этой яме. Может, носки в комплект к тем панталонам? Ого! Это настоящий клад разбойника! Мне нужно больше времени, Райдер. Эй, Лава, притормози. Тут щенок занят делом. Есть идея, Крепыш. Затормозим ее. Лава – это расплавленный камень. Если охладить ее, она станет просто твердой. И как же это сделать? Этим малышам и вулкан нипочем, лишь бы дурачиться. Маршал, нам нужны водометы. Ладно, Райдер, уже лечу. Двигатель. Слишком быстро. Я на месте. Что делать? Поливай лаву, Маршал. Ладно. Водометы. Да, сработало! Ау! Привет, маршал! Ау, мой кузен! О, да! Капитан, я чуть не забыл! Зума, в этот раз нам нужен ранец-амфибия! Пора нырять! Гав, 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 гав!
Браво, Зума! Так рад тебя видеть! Угу! Иду под воду! Кто бы мог подумать, что я гребу так мощно? Вот только я же не гребу! Спасибо, Зума! Я их вижу! Уступ тобой, гляди, обрушится! Патруль сюда! Скорее! Нужно лестницу поставить поближе, но эти камни нам мешают. Дорогу! Так держать, друзья! Ау! Маршал, доставай-ка лестницу. Сейчас зажжем! Ау! Лестница! Слишком короткая. Нужно что-то придумать. Райдер! Спасательный жилет! Спасибо! Классный план! Не бойся! Ты летишь со мной! Давай, Гарби! Еще бы чуть-чуть! Теперь ты, Горацио. Я не спущусь отсюда, пока кость не достану. Уверена, капитан, это небезопасно. Я осторожно. Если достанем кость, в бухте приключений будет целый скелет тиранозавра. Берегись. Простите. Щенки, доставим капитана и кость вниз в целости. Скай, нужна лебедка. Конечно, Райдер. Крепыш, приготовь кран, чтобы спустить кость, а я помогу капитану достать ее. Будет сделано, Райдер. Ох, вот бы мне такую погрызть. Давай, Скай. Райдер. Чуть-чуть поближе, Скай. Осторожно, Райдер. Ну что ж, капитан, пора отрыть косточку. Кость свободна. Давай, крепыш, готовность номер один. Есть, Райдер. Фу! Подаю вам кран. Еще чуть-чуть. Еще чуть-чуть. Есть, получилось. О-о-о! Крепыш, тяни. Держись, Райдер. Спокойно, все под контролем. Мы не только кость освободили. Райдер! Спасите! Скай, я опущу вниз кость. Возьми лебедку и помоги капитану Палтусу. Держитесь, капитан! Молодец, Скай! Спасибо, Райдер! Что за красавица! У-ху, Горацио! Франсуа! Я нашел лучшую кость динозавра! Я стану палеонтологом года! Франсуа! То есть мы станем палеонтологами года? И щенки. Крепыш? Куда это он делся? Крепыш, что ты там забыл? Я решила смотреться. Вдруг кто-то выскочит из кустов. Не могу поверить, что ты боишься монстра!
Вы же не испугались тоненького писка, правда? Прости, Райдер. За дело! Он рядом, совсем рядом. Совсем-совсем рядом. Райдер! Снежный монстр! Вот тебе! Гонщик! Прости, Райдер, я хотел поймать снежного монстра. Он стоял вон там. Это он, мы нашли монстра. Да уж, точно, это снежный монстр. Это не монстр, это мустер. Наш монстр — это корова и козлик фермерши Юми и курица Мэры Гудвей. Они искали ягоды. А следы от того, что Беттина надела сапожки. Я первым догадался. Пойдем, монстр, пора по домам. Вернись, Беттина! Так вот откуда эти страшные звуки. Ну, Джейк, вот он, твой снежный монстр. Это ужасающий кура-корова-козел! Да уж. Мы же говорили, всему есть объяснение. Вы были правы. О, слава богу, вы нашли Гарби и Беттину. Цыпалетта, ах ты негодница, я так волновалась. Вот глупышка, и как ты влезла в эти старые сапоги? Спасибо, что нашли их. Попадешь в беду, ты только свистни. Вот щенок, что нам нужен. Крепыш, можешь убрать его с рельсов? Конечно. Я очень люблю трицератопсов. Ого, ну и голос. Привет. Спасибо за помощь. Теперь надо уйти с рельсов. Крепыш, спасибо. Ты меня спас. Ура! Вперед! Не тронь малыша, ты страшила! Да, они прямо как тягач, но больше и на ногах. Отлично! Рады помочь, мама птеродактиль. Если нужна помощь, просто чирикни нам. Ладно, Рокки, ведем процессию прямиком назад в джунгли. Поддать колбаски. Птенцы вырастут и проголодаются в мгновение ока. Маршал, Скай, готовы? Да, но... Ты уверен, что птеродактили пойдут за мной? Ну да, ты как член семьи. К тому же они любят рыбу. И зачем, я спросил? Небо зовет в полет! Пока, птички! Вы что, тоже уходите? Им всем будет лучше в джунглях. Пока! Ой, 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 ой.
Крепыш, есть работа! Долг зовет, Крепыш, вперед! Робопес, Присцилла вернется на ранчо в патрулевозе! Как вы быстро, Крепыш! Присцилла не может сама выбраться из расщелины! Тебе задание выкопать ступеньки. Ступеньки? Приступаю. Ковшик. Отлично, Крепыш. Спасибо. Обожаю копать. Ты получишь мармеладку за каждую ступеньку. Идет. Вот одна. Вот и все. Райдер, кажется, Присцилла не умеет ходить по лестнице. Ты права. Придется мне сесть на нее верхом. Гонщик, мне понадобится твой трос. Без проблем, Райдер. Вов, достать трос. Пора лететь. Эй, готова, Присцилла? Точный расчет. Мы с тобой справимся с лестницей. Все хорошо, не спеши. Вот, умница. Ай, да лошадка. Так держать. Попей водички и возвращаемся в лагерь. Эй, это мой бульдозер. Зума! Аккуратней! Гонщик, попробуй отодвинуть вон тот камень. Один момент. Запускай! Молодчина! Крепыш, попробуй пролезть. Спасибо, Райдер. А где мой бульдозер? Вот он. Привет, Зума. Привет, Крепыш. Может, дальше ты сам? Долг зовет, Крепыш, вперед! Давай, Крепыш, ты знаешь, что делать! Крепыш, вот видишь, ты меня спас! Супер-щен! Нет, я помогал спасать супер-патрулю! Ты прав! Спасибо, Райдер! И вам, ребята! Пожалуйста! Если случилась беда, только свистни! Лебедку! Крюк на месте! Крепыш, попробуй выкопать под деревом яму. Такую, чтобы большая сова смогла пролезть. Только осторожно. Работа мне в охоту. Ковшик. Потерпи, мы тебя вытащим. Берегись, Крепыш, дерево скользит. Вместе с моей машиной. Необходима точка опоры. Ага. Вот так. Но мы должны вытащить сову. И быстрее. У меня есть идея. Я сейчас. Что надо?
Маршал! Ура! Ого, мы едва успели, ух ты! Да не за что! Знаете, мне кажется, что это не просто сова. Это мама малыша Ухты. О, думаю, ты прав, Райдер. Гонщик, ты спас малыша Ухты и его маму. Привет, мама Ухты. Не нужно знать совиной, чтобы понять слово «спасибо». А, пожалуйста, если попали в беду, только ухните. Ну что ж, Джейк, теперь-то ты можешь открыть склон? День снега в бухте приключений все же состоится! Друзья, вы отлично поработали и заслужили целый день развлечений! Да, день снега! Привет, мистер Портер! Привет, Райдер, вы уже здесь! Как много дырок! Шустрые зверьки! Крепыш, выкопай траншею! Нам нужно узнать, сколько здесь туннелей и сколько кроликов! Уже бегу! Ковшик! Начну собирать кроликов! Но, Райдер, ты подумал, куда нам посадить кроликов? Я знаю! Рокки, можешь найти старые клетки и положить в них подстилки? Конечно! Нет свалки для смекалки! Да! Скай, ты доставишь их к нам! Да! Не успеет кролик и хвостиком махнуть! Спасибо! Конец связи! Тут кто-то есть! Даже два кого-то! Попались! Стой! Ты куда? Гонщик, попробуй загнать их в стойло бетины! Запросто, Райдер! Гонщика не перегнать! Перекружить можно. Сюда, Скай! Кролики не устоят перед морковкой. Вот тебе еще двое, гонщик. Мегафон! Внимание, кролики! В наших клетках мягкие подстилки. Мы доставим вас в ваш новый дом. И в каждой клетке вас ждет вкусное угощение. Сработало! Очаровашки. Удобно, малыши? Эй, здесь водятся призраки. Может, он занят, а? Пора раскрыть эту тайну. Простите, мой животик недоволен. Тут не пахнет призраками. А как пахнут призраки? Страшно! Амчи! Крепыш! Куда он делся? Его забрал призрак! Райдер? Он все еще в доме! Но он не один! Не один, Райдер!
Продолжай выть, Крепыш, мы идем. Я подожду. Скорей! О, нет! Райдер! Похоже, что Крепыш за этой стеной. Ага. Райдер, спаси! То есть, я не испугался. Не бойся, Крепыш. Ого, тайная комната. Здорово. А? Что это? Похоже на... мышек. Вот кто похитил твой обед. Значит, это из-за мышей качаются картины. И свет мигает из-за них. И двери за них крутятся. Я знал, что призрак ни при чем. И чего вы все так перепугались? Значит, призраков здесь нет? Нет, дрон видит только мышей. Много-много мышей. Эй, они меня щекочут. Мы заделали последнюю норку. Больше никаких призраков. Фух, как же я этому рад. Но, Райдер, мышкам будет грустно. Хижина — это их домик. Мы кое-что им предложим взамен. А вот и новый мышиный домик. Остался последний штрих. Спасибо, что спасли нас. Не хотела бы я провести ночь в ледяном кресле. Мы рады, что смогли вам помочь, правда? Еще бы! Иначе я бы так и не прокатился с горы. А как дела там наверху, Рокки? Все готово! Рокки, ты крут, братишка! Ну, кто готов проверить, работает ли подъемник? Я! Хорошо! Вы все отлично поработали! А теперь развлечения! Да, ура! Кататься! Вперед! Надвигается гроза! Крепыш, ты нужен со своим краном, чтобы снять Франсуа! Надо спустить его, быстро! Долг зовет, Крепыш, вперед! Эти грозовые тучи выглядят страшно! Ты должен спуститься! Не будь глупым, я не остановлюсь! Я смеюсь над дождем! А? Это я смеюсь над дождем! Да, вот теперь я и правда волнуюсь. Ты вовремя! Встань под Франсуа и подними кран. Понял, Райдер. Кран! Франсуа, мы спустим тебя, ты держись! Держаться, да, это отличная идея.
Почти! О, не успел! Поймал! Спасибо, Райдер! Вы со щенками спасли наш праздник! Если попал в беду, только свистни! Посмотрите-ка, но это... Это модифик, да? Ой-ой! Хорошо, что я был здесь. Вот молодец! Вы все молодцы! Машинист не берет трубку. Как там крепыш? Он растянул лапу. Ему необходим покой. Я должен работать. Мне нужно починить рельсы. Иди отдыхай. Бульдозер поведет кто-нибудь другой. Может, ты сам? Ведь ты научил меня водить его. Боюсь, что твой бульдозер будет для меня маловат. Но я все-таки попробую. Не влезаю. Нужен щенок. Но кто же? Ты, гонщик. Ну, не знаю. Я никогда раньше не водил бульдозер. Не волнуйся, я тебя научу. Готов? Жду твоей команды, Райдер! Хорошо, все просто. Нажми-ка зеленую кнопку. Пока не трудно. Что теперь? Теперь подними ковш. Нажми газ и отпусти тормоз. Поднять ковш как? Нажать газ? А где тормоз? Тише, не так быстро. Нет, это же бур. А? Я что, въехал на горку? Гонщик, красная кнопка. Гонщик, все в порядке? Голова кружится, но это пройдет. Поезд будет здесь совсем уже скоро. Времени у нас в обрез. Прости, Райдер. Никак не разберусь, что сначала, что потом. Совсем как в игре «Тяф-тяф в буге». Точно! Ты просто будешь повторять движение. Точно так же, как за скайп «Тяф-тяф в буге». Да! Так, нажми красную кнопку слева. Квадратную? Что это? Это радио. Включай! Это «Тяф-тяф в буге». Ну что, готов? Раз, два, три. И левый передний рычаг. Левый передний рычаг. Правый на кнопку. Правый на кнопку. Хе-хе. Он едет и качает. Левый, черная кнопка. Левый, черная кнопка. О, да, зажигай. Отлично. А теперь установим новые рельсы. Готово. Пути в порядке. Как раз вовремя. Вот и поезд. Как нам затащить маму-слониху на холм? Крепыш поможет. Эй, Райдер, как дела? Нам нужен кран. Подъезжай к оврагу. Долг зовет. Крепыш вперед. Гонщик, сеть. Пуф, сеть. Хорошо, крепыш, опускай трос. Понял. Поехали. Ну а теперь мы можем привести семью к гильдии. Готов, Рокки? Готов! На
Гильда. Слонотрясение! И вот семья слонов снова вместе. Гильда такой славненький слоненок. А вы замечательные щенки. Вы помогли всем этим слонам найти друг друга. О-о-о!